Говорили, что Евгений много попытался. Естественно, Евгения выводили на поединке. Хорошая, кстати. Сначала 4 раунды, потом 6, потом... Просто так получалось. Да, в общем-то, что соперники падали. Такой резкий скачок в оппозиции. Если видеть, как правило, Георгия Чалаксаева... Чалаксаев, он занимает... Соответствует... Да, реальное положение. Парни пристреляются на это, потому что... хорошая двойка. Весьма неплохо. Чалаксаева также были хороший момент. Тоже. Опять длинная серия ударов, и ей только лишь взяли. Хватит. Плюс, конечно, те удары, которые Георгий, ты будешь уже выходить на какие-то титулы. Да, то есть, да. Довольно неплохо это делает. Да. И вот еще один такой же. Евгений, получив довольно много ударов, на них вообще не реагирует пока. Но нельзя забыть. Отличный молодец. Сейчас тоже вот Георгия. Профессионального вот такого у Евгения. Давить Евгений. И хорошо. Правой вблизи, мазала, какая комбинация была перспективная, но вот левая рука регулярно заходит. У 4-5 поединков. Соперники все время рядом. 3, может быть, даже 4 раунда, ну, если мы говорим о любителях. То что... Георгий сам пошел. Признак, он учился в институте. Ресурсы и раздельно, в общем-то, собирать мусор. И опять поддавливает, пока белорусу это удается. Опять правый прямой теперь дошел до цели, пускай и вскользь. Пока отстреливается сейчас человек. Здесь под время, все время на соперника, Евгений. Все время давит, но... попал сейчас правый снизу. Вот опять пытался выцеливать. Это такой коронный, кстати, удар у Евгения. Удар справа, он уже вот Попал. Еще раз достает соперника Долговец и попадает жестко. Какой тяжелый. И вроде было ощущение, что Георгий Чалаксаев очень тревожная. Неплохая двоечка, но... обменялись, да, там блок. Выглядит достаточно результативно. Сейчас ответ хороший, эффективный от... Уходить от ударов оппонента, обмениваться с ним, но... Ну, знаешь, а мне вот чуть-чуть не хватает именно маневра у Георгия, да, именно того, что, мне кажется, ему не... Вот как раз надо отступать назад. Хорошо. Плотнейший левый. Еще раз достает жестко, перекрывается Георгий. Упающим назад, да, и больше прижатым канатом. И сейчас, это уже... Мерзкий замысел. Спортно, во всяком случае, вот это так вот видно сейчас. Очевидно, что с бензином тут, конечно, напряженка. Неплохая двоечка, но там неплохо плечом перекрылся и... Чудесным образом можно. Да. Но, знаешь, я не скажу, что неожиданно. Вышел какой-то, причем сначала джебом, потом боковым Чалаксаев. Обратите внимание, да, оказывается, прижатым канатом он начинает просто... Тут скорее где-то Евгений ему дал свой бой сопернику. Вот, отлично. Вот, кстати, что касаемо не могу, да, то вот ту и... Очень скоро и наста. Не знаю. Пока не прозвучит. Хорошо. Да, и вот моменты как раз удар Чалаксаев. Вот мы слышал Галевец. Пропускает в ответ. Опять Георгий позволяет себя теснить. Опять сейчас Евгений. Да. И идет обмен. Вот здесь Георгий почаще достается отношений. Выбрасывает Георгий. На фоне усталости. Может быть, вот в целом. Он начинает повторяться. Он в основном все комбинации заводит под удар справа. Подключается к этому обмену. Хорошая резерва. И еще раз. Да, и Георгий молодец. Тоже левый с бонда остается. 1,5 минуты. И старается свои серии закидывать, но хорошо перехватывает атаки Евгений. Еще одно попадание, теснит он Георгия. Георгий перекрывается, надо бить еще. Уже до конца. Отвечать, пошел вперед Георгий. И тут же получает он справа от Евгения. Ну какой зарубон, а какая драка. И Евгений старается закончить поединок ярко, равно как и Георгий. Сейчас сталкивает назад и звучит финальный гонг. Вот это бой, друзья, вот это класс. И я, Ром, знаешь, вспоминаю... Ну что ж, друзья, вот так. Раздельное решение судей, но кому-то, может быть, показалось, что был бой не столь близкий.